В Балакове практически завершен ремонт дороги, которая в минувшем году стала федеральной. Это 4 участка от трассы Сызрань-Саратов-Волгоград через плотину Саратовской ГЭС, шоссе Королева, Большую вокзальную, Саратовское шоссе до кольца на Балаковскую АЭС. Общая протяженность 29 километров. Участки, которые капитально были отремонтированы в минувшем году, трогать не стали. Работы ведутся там, где покрытие уже вышло из строя. Сейчас подрядчик ООО «Автотрасса» перешел на заключительный 4-й участок дороги. Это 17+617 до атомное кольцо, 29+486. Там уже сделано выравнивающий слой толщиной 5,5 сантиметров, осталось покрытие БМО, ну, слой 3 сантиметра. Работы ведутся по графику и преимущественно вечером или ночью, чтобы не мешать потоку автомобилей, а также ради безопасности самих дорожных рабочих. Между укладкой выравнивающего и верхнего слоев прошло чуть больше месяца, и балаковские автовладельцы возмущались, что дорожники оставили на это время места стыков с отремонтированными участками. Приходилось притормаживать перед ними. Оказывается, между укладкой первого и второго слоев покрытия должно пройти время, чтобы асфальт немного отстоялся. Кроме этого, есть и вторая причина. Все-таки участок большой. Сразу два слоя покрыть одновременно невозможно. Поэтому сначала ложится первый слой, выравнивающий, а затем слой покрытия. Ну, сейчас ведется работа слой покрытия. БМО – это специальный асфальт, называется битумоминеральное покрытие. Очень качественное покрытие с минеральными порошками, с добавками. Так что служит долго. То, что дорожное покрытие от этого подрядчика служит долго, подтверждается примерами. Взять хотя бы набережную Леонова и улицу Минская. Все сроки гарантии прошли, а полотно держится. Ну, во-первых, преимущество дает техника. Все у нас обновлены новыми, практически новыми техниками. И асфальтоукладчики, и катки, и специалисты очень хорошие. И во-вторых, мы употребляем высококачественный материал. Гранитный щебень и добавки, все необходимые, что предназначено, что предусмотрено. Вот все качественные добавки, битум, все в норме. Я думаю, это причина, что там получается асфальт ровный, хороший, качественный. По словам Гарника Давтяна, гарантия на покрытие, уложенная на этих участках федеральной трассы, 2 года. А все потому, что даже такой ремонт считается некапитальным. По техзаданию нет устройства новой подушки и бордюров, а значит, работы текущие. Тем не менее, подрядчик уверен, дорожное полотно прослужит долго.